Всем большой привет. А не плачьте. Это пеленки? Это пеленки одноразовые. Пеленки подкладывай, да. А это памперсы. Спасибо. Я думаю, должны быть. Тройка должны быть. Дядь Витя. Фотографируйте, что вы отдали нам. Дядь Витя. Болеет. Тетя Валя ухаживает за ним. Наборчик передали. Как? Я попадущий? Тетя Валя. Или вы ее пустите? Нет, все хорошо. Тетя Валя, а вы не плачьте. Зачем? Все хорошо будет. Вы знаете, ну, это слезы радости, что нас не забывают, что нам помогают. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Дай Бог вам здоровья. Дай Бог вам, пусть Господь хранит. Господи, мир не без добрых людей. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. А памперсы мы вам попозже еще привезем. Спасибо, вы знаете. Дядь Витя, и вам всего хорошего. Здоровья вам, не унывайте. Ой, большое вам спасибо. Да. А вы нас не видите, да? Да, вижу. Видите, да? Ну и хорошо. Вижу, меня как-то после этого инсульта раскосость пошла. У него левая часть парализована, он даже не сидит. Даже не сидит. Ничего, потихонечку. Поправляйтесь, дядь Вить, поправляйтесь. Спасибо, ну, трудно, спасибо. Потому что мне 85, пожалуйста. Ему 83. Уже ни силы, ни здоровья нет. Чуть вали вам ухаживать сил. Полностью. Ну ничего, помогают. Спасибо, Боже мой, это такие деньги стоят. Нет, все хорошо. Ой. Люди высылают. До свидания вам, дядь Вить. До свидания. До свидания. Спасибо вам за все. Пожалуйста. Мы, может быть, как-нибудь будем к вам заезжать иногда. Тетя Валя, до свидания вам. Большое. Пожалуйста, спасибо. Пожалуйста. До свидания. Все, да. Это Юлия, мать двоих детей. Осталась одна с детками. Мы два наборчика продуктовых передаем. Юль, вам всего хорошего, сил спасибо терпения. Вам пожалуйста. Спасибо. До свидания вам. До свидания. Мы пришли, да. Здравствуйте, тетя Надя. Давайте мы вам занесем. Нет, тяжелые. Я занесу. Как ваши дела? Да хорошо. Хорошо. Хорошо все, да? Все хорошо. Ну, не выходите, здесь холодно. Ничего. Да. Не холодно. Не холодно. Все, наборчик мы передали. Здоровья вам, тетя Надь. Всего хорошего вам. Спасибо вам. Пожалуйста. Большой, прибольшой. Пожалуйста. Я очень рада вас видеть. Мы вас тоже рады видеть, тетя Надь. Вот. До свидания вам тогда. До свидания. Здравствуйте вам, дорогие. Здравствуйте. Мы к вам с наборчиками продуктовыми. Два наборчика мы передали, спасибо один вам. Уже занесли. Да. Добрые люди. Пожалуйста. Все. Все, до свидания. До свидания. Всего доброго. Спасибо. Дай Бог вам счастливого здоровья. Яна, ой, милая. Да. Дай Бог тебе здоровья и удачи. Яночка. Здравствуйте. Здравствуй, солнце мое. Мы к вам с наборчиками и с подарком. Ой, женщина спасибо. Елена Эрнестовна выслала нам денежку. И ага. Мы купили новый планшет, с которого можно и разговаривать, и смотреть. Ой, в общем, все. Давайте сейчас откроем и покажем. Так. Вот. Так, сбоку вот это. Да, да. Все, и там зарядка, давай откроем пока. Вот смотрите, вот здесь у вас зарядка будет для планшета. Инструкция, если что, если документы. Будет что-то непонятное. Да. Ну, то есть зарядка, угу. Если что, зарядное устройство заряжается. Господи, спасибо большое, я буду за нее молиться. Спасибо. Елена Эрнестовна, Елена спасибо Эрнестовна. Вам за денежку. Мне нужно записать. Потому... Запишите. Угу. И наборчик вам продуктовый сейчас. Ну, спасибо, мои хорошие. Так, я тогда обратно это все складываю, да. Хорошо? Да. Это сын. На работу. Раньше не было, теперь вот он вернулся из больницы. В Эрнестовне. Большое-большое спасибо. Пожалуйста. Пусть Бог благословляет, пусть ей помогает. Вам, девочки, за то, что вы переживаете. Ну, за все. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, мои хорошие. Наборчик. Еще один. Людмила Андреевна. У нее жила бабушка, у которой все сгорело. Один вам, а другой передать. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Дай вам здоровья. Всего вам доброго. Да. И вам всего хорошего. Большое. Здоровья вам. И привет мне передавайте. Обязательно, обязательно. Хорошо. И привет, и поёки. Все, да, все, до свидания вам. Всего вам доброго. Бывайте здоровья. Спасибо. Всего. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дочка ваша? С каждым днем хуже и хуже.
Мы привезли памперсы. Спасибо вам. Дай Бог вам здоровье. Спасибо большое. Дай Бог вам здоровье. Две упаковки. И... Но надо отнести, потому что еще наборчики. Да, продукты. Да, вот сейчас. И пеленки. Это одноразовые пеленки. Ну, пойдемте. Раком или ручку. Наборчик еще второй. Да, давайте. Большое. Дай Бог вам здоровья, всего хорошего. Вашим семьям и родным и близким. Пожалуйста. Дочке привет, если она еще понимает. Она все понимает, она только не разговаривает. Она понимает, она не ходит, не лежит, не сидит уже все. Уже метастазы пошли уже в горло, уже так вот в рот наберет чуть-чуть, вот подсосет и все. Вот уже и кушать не может. Вот, терпение вам, мужество. От нас привет ей передавайте. Я передаю всегда. Хорошо. Да, я даже узнала, как вас зовут, тогда не спросила, тогда потом мне уже сказали. Ну ничего, ничего. Угу, спасибо большое. Все. До свидания вам. До свидания. И внукам привет передавайте. Хорошо, мальчику. Да. Тетя Лид, здравствуйте. Здравствуйте. Мы к вам с наборчиком. Вы помните Продуктовым? Нас? Да, 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 вы приезжали, приезжали. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, куда вам поставить? О, какие статуэточки. Собачки. Да. Тетя Лид, здоровья вам. И не унывать. Да. Старайтесь. Не плакать, вот и хорошо. Лида. Ну не плакать. Да не плакать. Уже весна, Лен, цветочки цветут, уже все хорошо. Да. Ну, сказала, будет стараться, не унывать. Да? Да. Постараемся. Постараемся. Да. Ну хорошо, Лида. До свидания вам, тетя Лид. Что? До свидания. До свидания. И привет передайте от нас. Обязательно. Костюмчик мы оставляем невестке, муж ее погиб, да, и у них еще девочка. Примерят, если размер подойдет. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Здравствуйте, Катя. Лекарства? Ой, спасибо большое. Пожалуйста, и наборчик вам. Спасибо. Пожалуйста. А, нужно отнести на порог. Здравствуйте. Как ваше здоровье? Тихонько. Потихоньку. Да. Ну хорошо. Ты здесь? Что вы не забываете? Да? Пожалуйста. Хорошо. Давно мы здесь не были, да? Да. Я же говорила, Надя, кажу, здесь немає твоих. Приезжали. Ну, до свидания вам. До свидания. Спасибо. Здравствуйте, дядя Вася. Мы к вам приехали с наборчиком, и вы просили стул легкий, да? Для душа. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы привезли вам стул легкий. Ага. Вот. Ходункам привыкли? Да привыкли. Ну. Ну хорошо. И наборчик вам продуктовый, гостиничек. Ага, спасибо. Пожалуйста. Я, когда через порог мне плохо идти, так я и этими пользуюсь. Ага. Вот. А тут по хате с этим я раскрутила, опустила, все нормально. Хорошо, молодцы. Ага. И вот тогда поможет. Спасибо. Дядь Вася соберет. Ага. А там я по телевизору смотрела, видела. Вот, инструкция есть. Все, дядя Вася соберет. Тетя Тань, здоровья вам. И вам тоже. И вам тоже. Хорошо. Чтобы вы всем помогали вот таким немощным. Тетя Тань, ну до свидания вам. Ага, и вам тоже спасибо. Пожалуйста. До свидания, дядя Вася. Ага. Тихонько, тихонько. Здравствуйте, тетя Галь. Здравствуйте. Давай свет включим. Ой, здравствуйте. Как ваши дела? Да, ничего, хорошо. Разработали получше? Становится? Да. Да? Нет. Ой, как хорошо. Нет. Ну как, я сама, конечно, надо... если бы что держаться было, я бы, конечно, ну, становилась и входила. Я, знаете, что я уже... Тетя Галя разрабатывает, уже стоит, а первый раз мы приезжали, она даже встать не могла. Да. И вот. В руке, говорит, чуть-чуть начинает появляться сила. Это, конечно, от еще локтя, пока слабо. От локтя до пальцев, пальцев вообще никак. Ага. А чуть выше начинает появляться, а да? А выше, да, уже. Ну хорошо, как-то... хорошо. Наборчик продуктовый, давайте поставим мне сразу. Лучше. А может, туда? Ой. Мы наборчик продуктовый вам. А, спасибо. Пожалуйста. Спасибо за все. Всем-всем спасибо. Всем спасибо, кто мне помогает. Да, кто денежку высылает, мы оплачиваем.
Лене, которая ухаживает, помогает, готовит. Угу. Приходит Лена, все да, хорошо, приходит, да? Да, приходит, ага. Ну, молодец. Я смотрю, вы прямо жили, потому что я была. Стоит, долго уже стоит. Если... Тем более у вас там горочка, вам надо хорошо натренироваться. Вы не представляете, как я хочу ходить. Не представляете. Я даже, пусть уже плохо разговариваю, я не знаю, выговорюсь я когда-нибудь или нет, но вот это хоть ходить... Стоит я... уже долго, да, чуть да, уже хорошо. Я потихоньку, вот... Я Ксюша, Даник. Ой, ну такое вот... Все, садись, отдыхайте, тетя Галь. Ой, молодцы какие, мы рады да, за вас, да. Тетя Галь. Свет, в следующий раз будет еще лучше. Тетя Галь, ну мы за вас очень рады. Да. Спасибо. Пусть у вас большое. Все лучше и лучше будет. Большое. Пожалуйста. Спасибо. До свидания. И всем спасибо. Хорошо. Да. Все, до свидания, тетя Галь. До свидания. До свидания. Здравствуйте, Лен. Мы к вам на минуту. Проходите, у нас света нету. Проходите. Света нет? Мы к вам гости. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Мы с наборчиком. Один вам, один Лене. Как ваше здоровье? Потихонечку, потихонечку. Завидовать некому. Нормально, ничего, крепимся. Да. Спасибо вам большое за ваши добрые спасибо. Дела. Дай Бог вам сил, терпения. Спасибо, и вам здоровья хорошего. Семьям, да. Спасибо большое, что не забываете нас. Просто так приезжайте. Тетюк, мы поедем, дядя Вить. До свидания вам. Всего доброго. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо вам, вашим семьям, детям. Всех благ только желаю. Хорошо, спасибо. Мы у бабушки Лиды. Как у вас дела, бабушка Лид? Тяжело, да? Не разговариваете, нет? Вы меня узнали? Да? О, хорошо. Все, бабушка Лида узнала нас. Тяжело после последнего инсульта никак не отойдет. Да, давай. Как ваше здоровье? А ничего не болит, да? Просто вот что плохо, давление, ну, да? Нога вот это. Нога болит, да? Вся у нее правая сторона, шанемевшая. Бабушка Лида, хорошо не разговаривает, если только потихонечку. А так все нормально, да? Живы, все хорошо пока, да? Ухаживают за ней. Бабушка Лид, мы поедем, до свидания вам. До свидания. Тогда здравствуйте. Слава Богу. Ой, слава Богу. Я еле дозвалась, думаю, это что ж такое. Да. Все, мы наборчик вам продуктовый. Здравствуйте. Вот, вот. Спасибо вам, спасибо да. вам, дорогие. Пожалуйста. Спасибо вам. Да. Так, живет да, да. бабушка Аня. Да. Плохо вижу, я тут тетя увижу. Бабушка Аня инвалид. Ну, круп. 86 лет. До свидания. Да. До свидания. Я снова говорю большое спасибо всем добрым людям, которые принимают участие в этом деле. Благодарю тех, кто поддерживает меня лично. Спасибо вам большое-большое. И всем пока-пока.